В Москве начались первые этапы конкурса «Мисс Вселенная». В этом году впервые за 60-летнюю историю конкурса они проходят в России. Согласно плану, 5 ноября состоится отборочный тур. Из 87 девушек жюри отберет 16 финалисток. Завершающий этап намечен на 9 ноября. Все участницы являются победительницами национальных конкурсов красоты. Пока они все вместе участвуют в фотосессиях и других мероприятиях. Например, они уже прогулялись по Красной площади и расписали русских матрешек. Кроме этого, красавицы уже успели попозировать перед фотографами в бикини у бассейна. Главное условие – только белые купальники. Ну и, конечно, обворожительные улыбки. Состоялся также и конкурс в национальных костюмах. Россию в этом году представляет Эльмира Абдразакова из Междуреченска. Местом проведения финала станет арена московского комплекса «Крокус Сити Холл». В качестве приза победительница получит 270 тысяч долларов, а также оплаченное проживание в течение года в Нью-Йорке. Кроме этого, она должна будет принимать участие в рекламных кампаниях и других мероприятиях, устроенных организаторами конкурса, и посетить много стран мира. Напомним, россиянка удостаивалась титула «Мисс Вселенная» лишь однажды. В 2002 году главная корона досталась Оксане Федоровой. Однако позже она была лишена победы. Организаторы объявили, что она не справилась с обязанностями, которые на нее были возложены. При этом сама Оксана сказала, что просто предпочла вернуться к учебе.